Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшее блюдо под названием хинкали. Хинкали – это традиционное грузинское блюдо из высокогорья. Для приготовления этого блюда нам потребуется мука, вода, соль, перец, красный перец острый и зира. А также мы будем использовать лук, свиной фарш и фарш из говядины. Для теста нам понадобится мука, соль и вода. Теперь залив водички, соли примерно пол столовой ложки. И начинаем постепенно вымешивать наше тесто. Вымешивать тесто нужно до упругой, тугой консистенции. Наше тесто готово. Теперь можем отставить его в сторонку, накрыть полотенцем. Пусть постоит минут 15-20. А в это время мы займемся приготовлением начинки. Смешиваем говяжий фарш, свиной и добавляем специи. Теперь используем специи. Черный перец, красный перец, зира. Мы используем уже молотую соль. Добавляем лук и приступаем мелко нарезать кинзу. Вы бы чувствовали сейчас, какой здесь аромат. И добавляем ее в наш фарш. Чтобы начинка для хинкали была более сочной, в нее мы добавляем достаточное количество холодной воды. Затем все перемешиваем и ставим в холодильник на 30 минут. Фарш убрали в холодильник, и теперь займемся приготовлением теста. А теперь мы приступим к формированию самих хинкалей. Блюдце нам помогает тем, что лепешка на ней прекрасно скользит, что помогает нам по кругу защипнуть все краешки. В идеале это должно быть не менее 19 складок. Наша вода на хинкали закипает, и сейчас мы добавим туда немножко специй. Понадобится соль, смесь перцев и пару листиков лаврового листа. Когда вода уже закипит, перед тем как опускать хинкали, воду нужно тщательно закрутить в хорошую воронку. Для того, чтобы когда хинкали попали в воду, они успели завариться, не прилипнув ни к стенке, ни к друг другу. Варить хинкали нужно 15-20 минут. Приятного аппетита!